Всем привет и добро пожаловать на канал HoodieG2K. И сегодня у нас продолжение распаковки. Это три пакетика Illusions сезон 2021. Пакетик на 6 карт и два пакетика по 12 карт. Здесь эксклюзивные оранжевые и тиль параллели. Здесь, честно, не припомню, но в принципе вот как обычно на заднике все написано. Базовый сет 200 карт. Далее 50 карт новичков базовых. Также тут Starlight, Pink параллели, Black тиражные и так далее. Так, соответственно, давайте начнем с маленького. 6 карт. Тут у нас новички LaMelo Ball, Эдвардс и Халибертон. Соответственно, их и будем искать. Так, и сегодняшнюю распаковку у нас открывает Милсап. Далее Микал Бриджес. Ох, вот эта карта. Отличная карта для такого пакетика. Это Доминик Вилкинс, Ливин Легендс. Ой, там еще и Джамарант параллельный. Такая прозрачная карта, отличная. По-моему, это базовая вариация. Давайте поставим ее сюда. Супер карта. Далее. Джамарант. Это параллель фиолетовая получается. И далее идет Вендел Картер Джуниор и новичок Тилман из Мемфиса. Далее пакетик на 12 карт. Это ВЛ пак. Так, тут нас встречает Ибака, Пламли, Тиренс Росс, Портер Джуниор, Джаред Калвер, Деннис Шрёдер, Лейкерс. И еще одна прозрачная карта, отличная. Это у нас Фред Ван Влит, Клир Шутс. И это уже параллель оранжевая. Отличная карта. И далее еще одна оранжевая параллель. Это Джаред Аллен, Кливленд. Далее Виктор Оладипо, Фультс. И новички Джейсон Тейт и Стивенс Кливленд. Вот тут прям полоса такая горизонтальная. Отчетливо видно. А, и уголок битый. Но не так обидно. Новичок не такой уж стоящий. И последний пакетик в данной распаковке. Тут у нас Пауэлл, Малик Монк, Дреймонд Грин, Коби Уайт, Кендрик Нан, Горан Драгич, Джей Краудер. Тут у нас желтый новичок. Это Аарон Снейсмит из Бостона. Не тиражный, просто желтая параллель. Далее у нас Кавингтон, Джейсон Тейтум и новички. Тоже опять горизонтальная полоска какая-то. Джеймс Вайзман и Натан Найт, Атланта Хоукс. Вот такая распаковка сегодня получилась. Отличная карта. Это Living Legends Доминик Вилкинс. Пластиковая карточка прозрачная. Также неплохая карта Фред Ван Влит. Оранжевая параллель Клир Шутс. И пурпурный фиолетовый Джамурант. Тоже не тиражный, просто параллелька, но всегда приятно для коллекции.
Всем спасибо и до новых встреч. Пока.